Дорога в школу станет проще и удобнее. В Мурманске завершается капитальный ремонт лестницы от дома 22 по проезду связи к первой гимназии. Погодные условия строителям не помеха, мороз на качество не повлияет. Конструкция простая и надежна. Железобетонный фундамент, металлический каркас, деревянный настил и перила. Все в соответствии с нормативами. Для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями на пешеходном спуске будет установлен пандус. Как уверяет подрядчик, новая лестница появится еще до наступления 2016 года. Существующая лестница, вот бетонная, она у нас не отвечает требованиям, как и по параметрам ступеней, отсутствие нормативных перил, отсутствие пандуса колясочного и ширина лестницы. Ну и сама она уже старая повела. Поэтому было принято решение, учитывая, что здесь у нас находится школа еще и поток людей, принято решение выполнить строительство новой лестницы.